Здравствуйте, меня зовут Борисов Алексей, я практикующий врач-невролог. Ну а этот ролик я хотел бы посвятить такой теме, как вода. Наверное, большинство из вас знает, что организм человека более чем на 70% состоит из воды. Фактически все наши ткани содержат большое количество воды, растворенных в ней веществ, и именно вода является основой существования жизни. Есть некоторые ткани, которые, конечно, содержат воды меньше, это прежде всего костная ткань, но есть и те ткани, которые содержат более 80%, а иногда даже и около 90% воды. Это головной мозг, кровь, печень. И поэтому вода является, наверное, самой важной компонентой человеческой жизни и жизни на нашей планете вообще. Такое большое значение вода приобретает по многим причинам. И главное из них это то, что вода является очень хорошим универсальным растворителем. И за счет этой универсальности она способна поддерживать большинство биохимических реакций, которые в нашем организме проистекают непрерывно. У нас вырабатываются ферменты, вступают во взаимодействие между собой различные вещества и рецепторы к этим веществам. У нас происходят различные теплообменные реакции, происходит транспорт веществ, происходят также различные другие обменные процессы, и их поддержание берет на себя вода. Важным в поддержании баланса организма является и водно-солевой баланс. Является важным такое свойство воды, как поддержание определенной кислотности, определенного насыщения теми или иными микроэлементами. И поэтому один из главнейших вопросов, которые задают себе люди, которые хотят поддержать свое здоровье, сколько необходимо употреблять питьевой воды в день? Есть ли какие-то нормы, какие-то закономерности? Но прежде чем затрагивать этот вопрос, я хотел бы затронуть вопрос несколько более важный, на мой взгляд, а именно качество воды. Качество воды зависит от большого количества показателей. Это и ее загрязненность различными микроорганизмами, вирусами, бактериями, вирионами. Это загрязненность ее какими-то химическими соединениями, в том числе нефтепродуктами. Также качество воды зависит от различных показателей жесткости, минерализации, ионного состава, окислительно-восстановительного потенциала, кислотно-щелочной реакции pH. И эти показатели очень сильно варьируют в зависимости от местности. Важным в современном мире является показатель насыщения воды хлорсодержащими веществами, железом, так как по санитарным нормам, в принципе, количество железа, как двух, так и трехвалентного, в воде может достигать значительных цифр, которые на здоровье сказываются негативно. Поэтому, прежде чем перейти к нормам потребления воды, я хотел бы затронуть такой факт, что вода должна потребляться качественной и чистой. В настоящее время существует несколько технологий для очистки воды. И одна из технологий – это технология напорного осмоса. Что эта технология из себя представляет? Есть мембрана. В данной мембране имеются поры, причем по заявлениям фирм-изготовитель систем для обратного осмоса, данные поры по своим размерам не превышают 0,1 нанометра. Под давлением в среднем 3-7 атмосфер вода проходит через данную мембрану, собирается на водосборном слое, так называемом пермиате, а задерживаемые крупные частицы, не продавившиеся сквозь данные поры молекулы воды, они собираются в концентрат и сливаются в дальнейшем в канализацию. Но здесь есть несколько нюансов и несколько минусов данной системы для очистки воды. Во-первых, размер поры равен примерно 0,1 нанометра, тогда как диаметр молекулы воды, как вы можете видеть на данной таблице,
равен примерно 0,3 нанометра. Соответственно, не всегда понятно и однозначного объяснения данного эффекта нету, почему вода проходит через данные поры. По всей видимости, она все-таки расщепляется до атомов и в дальнейшем после прохождения мембраны собирается вновь в молекулы воды. Тем самым теряя свою структурность, также вы можете заметить, что для условно продавливания молекул требуется высокое давление. Соответственно, размер установки для системы обратного осмоса будет занимать достаточно большое пространство. Также необходимо поддерживать высокое напорное давление в системе, что не всегда доступно, особенно жителям многоэтажных домов на последних этажах. Ну и эти условия приводят к тому, что системы для обратного осмоса иногда не имеют должную производительность и имеют более высокую цену, чем другие системы для очистки воды. И если в отношении нефтепродуктов, железа, каких-нибудь микроорганизмов, это очень хорошо, что их такая технология не пропускает, то в отношении качества воды возникает большой вопрос, полезна ли она для здоровья. Она не содержит те микроэлементы, которые в ней, по идее, заложены природой и должны быть. Она не содержит должный окислительно-восстановительный потенциал. Меняется натяжение воды, меняется ее структурность и другие полезные свойства. Вторая технология пришла к нам из атомной промышленности и представляет собой трекинговые мембраны. Данные мембраны также не позволяют пропускать микроорганизмы, не позволяют пропускать различные примеси. И технология позволяет получить достаточно высокое количество воды. Но минусами является низкая продолжительность эксплуатации, высокая подверженность риску повреждения при наличии железа в воде, каких-нибудь крупных механических элементов мембраны трекинговые повреждаются и выходят из строя. Ну и есть достаточно новая разработка, разработка технологии «Водный доктор», которая в себе сочетает несколько одновременно технологий, которые поступенчато приводят к полноценной очистке воды. Используются методики аэрации, структурирования воды, приведение к должному окислительно-восстановительному потенциалу. Также производится очистка воды от различных микроорганизмов, нефтепродуктов и ненужных примесей. На выходе при использовании технологии водных докторов достигается высокая степень очистки, которая фактически 100% в отношении микроорганизмов, более 90% в отношении обезжелезивания, но при этом поддерживается должный окислительно-восстановительный потенциал, поддерживается полноценный состав микроэлементов, которые обеспечивают необходимую жесткость воды, полезную для организма человека, и другие показатели, включая щелочную реакцию, включая структурность воды. Технология «Водный доктор» позволяет сохранить в воде все важнейшие электролиты и микроэлементы, прежде всего за счет работы селективных мембран, в частности по кальцию и магнию. Технология «Водный доктор» запатентована, прошла все необходимые сертификационные испытания, имеет большое количество дипломов и наград. Использование поступенчатое различных методик очистки воды позволяет получать на выходе достаточно большое количество очищенной воды, которая сразу пригодна к употреблению. Есть различные технологические решения, в том числе встраиваемые фильтры под мойку, есть различные портативные фильтры, которые можно использовать, например, в походах, в активном отдыхе. И в целом технология позволяет получать достаточное количество воды для индивидуального потребления, что, несомненно, большой-большой плюс. А сейчас я хотел бы перейти к вопросам нормам потребляемой воды в сутки. Есть различные мнения
от 1 литра в день до 4 литров в день. И разные мнения приводятся различными людьми, но я хочу подвести все под небольшую теоретическую основу. Мы ежесекундно тратим воду. Вода тратится с потом, вода тратится с дыханием, вода тратится с мочой. Как, возможно, многим известно, за сутки образуется более 100 литров первичной мочи, из которой потом почки обратным транспортом забирают полезные для организма вещества. Ну, в том числе забирается и вода. То есть 100 с лишним литров мочи первичной продуцируется, и большая часть воды всасывается обратно. Но методика обратного транспорта куда легче осуществляется, если количество первичной мочи достаточно и нет необходимости осуществлять огромный обратный транспорт. В принципе, чем больше воды вы принимаете, тем почкам легче фильтровать мочу. Второй момент. Естественно, количество затрачиваемой воды зависит от веса человека. И хрупкая девушка весом 45 кг не будет потреблять того же количества воды, что достаточно крупный, плотный мужчина, более 100 кг. Тем более, если он активно занимается спортом. Потому что количество затрачиваемой воды зависит и от физической активности. И если человек фактически не занимается физической активностью, он будет тратить воды меньше. Поэтому на потребление воды влияет большое количество факторов. И, исходя из этого, надо рассчитывать свою индивидуальную норму. И какая-то условная, ограниченная цифра, там 2,5-3 литра, это не совсем правильно. Наверное, более правильным будет цифра от 30 до 50 граммов воды в сутки на килограмм веса. И если вы имеете вес 100 килограммов, то ваша минимальная цифра потребления воды это 3 литра. При этом, если есть значимая физическая активность, или, например, вы проживаете в достаточно жарком климате, то эта цифра будет приближаться к 5 литрам. Если же ваш вес 40-50 килограммов, вы, в принципе, не подвергаетесь каким-то значимым физическим нагрузкам, то ваша цифра потребления будет, ну, на уровне 2 литров. Также стоит учитывать, что в эту норму я включаю не только питьевую воду, не только напитки непосредственно, но и продукты питания. И если представить примерно график потребления и расхода воды, то часть воды тратится с легкими, часть воды тратится с потоотделением, большая часть воды тратится с выделением мочи, а прием пищи восполняет примерно 40% всех расходов. Ну и 60% это напитки. Много споров вызывает вопрос, считать ли напитками кофеин содержащие продукты. В том числе чай, непосредственно кофе, какие-то энергетические напитки. Вопросов очень много, очень неоднозначные вопросы, потому что все-таки любые напитки, не питьевая вода, это дополнительная где-то нагрузка на организм. Безусловно, в некоторых случаях кофе можно употреблять, но учитывать это в общем своем водном рационе я бы не стал. Поэтому примерная норма питьевой воды – это около половины от необходимых затрат воды за сутки. Ну и для конкретно меня это будет составлять около 1,5-2 литров непосредственно воды. 1,5 литра для простоты – это 6 таких полноценных 250-миллилитровых стаканов. И чтобы лучше оценивать, сколько вы употребляете просто чистой питьевой воды, которая может быть получена путем использования механизмов очистки воды, технологии «Водный доктор», достаточно приучить себя фиксировать количество той воды, которую вы использовали. Можно использовать просто бумажку, которую, например, приклеиваете к дверце холодильника, где ставите значочек, что вы употребили стакан воды. Можно использовать методику резинок. То есть в начале дня вы надеваете определенное количество резинок на стакан и
выпивая стакан, одну резиночку снимаете. И знаете, что ваша норма, например, 8 стаканов воды, соответственно, в течение дня снимаете резинки до тех пор, пока полностью их не сняли. Это очень удобно, если вы в основном в течение дня находитесь в одном каком-то месте, например, работаете дома на фрилансе. Но на работе тоже можно использовать такую технологию, иметь под рукой стакан, который вы периодически наполняете водой, ну и снимать с него резинки и распределять свою норму, допустим, принятой воды на работе как 3 стакана, дома как 5 стаканов и, соответственно, следить. Постепенно все это входит в привычку и необходимое количество воды вы получаете. В заключение хочу сказать, что без нормализации потребления воды, без учета того, что она может быть загрязненной, в ней могут быть различные примеси, которые так или иначе негативным образом сказываются на организм, нельзя достичь многих показателей здоровья. В частности, ряд лекарств не может полноценно работать без принятия большого количества воды. Некоторые токсические обменные продукты, например, при инфекционных процессах, не выводятся полноценно из организма без употребления достаточного количества воды. Также банально энергетические обменные процессы непосредственно организма, то есть различные реакции метаболизма, не протекают без должного употребления качественной очищенной воды. В частности, могут не достигаться такие цели, как похудение, набор мышечной массы и так далее. Надеюсь, моя информация была интересна и полезна для вас. Обязательно переходите по ссылкам, которые я оставил в описании. Там есть достаточно большое количество полезной информации, с которой вы также можете ознакомиться и где-то что-то новое узнать для себя. Спасибо большое за ваше внимание. Всего доброго вам, здоровья и до новых встреч!